Всем привет! Сегодня в очередной раз, почти каждый день езжу собирать душицу. Сегодня туман еще. Вот она, душица. Сегодня мне ее надо набрать. Короче, полную машину почти. Сколько? 250 пучков. Ладно, наберем. Вот на таком вот поле. Вернее, не поле, на горе. Наверное, целый километр. И вся заросшая душицей. Спрятался за сеткой от мошкары, потому что невозможно. Ну все, что. Ее я тоже ножом срезаю, как и всю траву. Сегодня получается, что мне надо сделать? 250 душицы и 50 таволги. Ну, таволгу я уже набрал. Осталось только душица. Вот. Там он сзади. Рапс. Рапсовое поле цветет. Ну все, что, начинаем. Ну вот столько до обеда набрал. Сейчас свяжу. Ну, видно будет, сколько еще надо. Сейчас жарко. Нафиг. Лучше в гараже посидеть, повязать. Душицу сейчас свяжу. И вон та Волга. Я потом поеду дальше. Будем спускаться сейчас с горочки. Приехали. Пообедал. Сейчас дальше. Ой, покатилось. На первый пониженный точно не укатится. Сосенка в этом году. Шишек много. Это хорошо. Везде. Много. И почти все сосны такие. Значит, можно осенью, зимой шишки собирать. На семена. Ладно, погнал собирать. Так, ну все готово.
250 душицы. Сначала надо было 200, потом уже позвонили, сказали 250. По 10 штук их связывал. Таволгу по 25 штук связал. 50 штук. Получилось 300 пучков. Сейчас буду загружать это себе остатки. Сейчас загружу и повезу. Вот, вот тут еще зверобой пучочек. Сейчас тоже свяжу. Зимой все уйдет. Конечно, по 17 рублей это, честно скажу, полный гемор. Да, тут, конечно, на 5 косарей, но это, наверное, самые тяжелые 5 косарей, какие я зарабатывал. Спина отваливается. Так что, если собирать травки, ну, в принципе, как бы, если вдвоем, с семьей, к примеру, муж, жена, в принципе, можно хорошо зарабатывать. Даже по 17 рублей за пучочек. Душица цветет долго, где-то в общем месяц. Всех быстрее это цветет и отцветает зверобой. О, тут же зацвел, тут же отцвел. Ну, он опять же, то тут цветет, то там, в разных местах по-разному. Ну и таволга тоже, буквально сколько там, неделя. Неделя нормальная, потом уже приходится выбирать много таких отцвевших. Они уже некрасивые. Мелисса тоже только зацвела, уже через неделю, наверное, семена вон полезли. Вон шарики. Это семена у нее. Вот. Короче, веники проще. Еще турецкая мята. Сейчас покажу. Так. Она уже полностью отсвёрзшая. Это я себе чай пить. Говорят, хорошо повышает мужскую потенцию. Пусть супруга стреляется. Проблем нет и так. Надо проверить на себе, как действует. А потом уже предлагать людям. Ну ладно, если было интересно. Ну сейчас, наверное, еще это в машину все скидаю, сниму, как это выглядит. Так, короче, заснять, как все выглядит в машине, я не успел, потому что позвонили, сказали, срочно, срочно, срочно надо. Я бегом, бегом, короче, все загрузил. И бегом, бегом все увез. Вообще не до этого было. Вот. Приехал уже. Вот, собрался, приехал за дубами. Вот. В прошлый раз приметил дуб поваленный. Раз листья на дереве есть, значит он в этом году поваленный, значит еще не сгнил. Ну, правда, он уже маленько трухлявый, хочу отпилить. Не знаю, этот тоже спилить, посмотреть, что он как, может, нормальный. На материал хочу забрать, на поделки. Спилы, всякую фигню.
Доску разделочную дубовую хочу. Ну вот этого-то места точно он уже должен быть не гнилой. Тут что, сантиметров где-то 20-25, наверное, диаметр. Вот. Где-то еще один лежал рядом. Не помню. Ну, короче, пошел за пилой, сейчас пилю. Ну и буду пилить. Так, а на этом, короче, я заканчиваю этот видео сюжет. Или нет? Все-таки спилю и покажу. Потом уже итоги по траве подведу. Ну вот. Спилил я этот пенек. Вот этот рисунок офигенный просто. Просто офигенный. Если это все вышлифовать, лаком покрыть, просто красота. Правда, еще не придумал, куда использую, но, блин, мне нравится уже. Короче, отпилил два таких чурака, сантиметров по 50, наверное. И один вот такой. Ну, этот я не знаю, как его потащу. Ну, что он в диаметре. Где-то сантиметров 40 диаметр. Вот. И еще осталось. Раз, два, три. Ну, там дальше трещина. А, тут трещина. Вот до сюда. До сюда. То есть, ну, два. 2,5 метра полена. Ну, плюсом от этого еще. Круто. Так, на видео заснял, но сфоткал, что это валежник, что не свежую дубину спилил. Это тут быстро приедут. Ну ладно. А так-то, в принципе, что, спиливаем 4 сантиметра, сушим, а там лучше 5 спилить сантиметров. Лишнее можно потом будет рубанком сначала содрать аккуратно, потом вышлифовать, и получится разделочная доска. Лишь бы не треснула, потому что тут уже есть трещины от типа сучка. Ну ладно, тут он трещина тоже. Что-нибудь придумаю. Так, короче, итог в итоге по этим, как они называются, по травам, за полный рабочий день, это со скольки, с 8 утра и до часа ночи, короче говоря, вчера я заработал 5000. Это набрал 50 пучков, как он там называется, таволга, лобазник, и 250 пучков душицы. Сегодня утром все отправил. Конечно, было бы не 5000, а намного больше, если сдавать не барыгам, а напрямую. Ну, блин, пока что сбыт еще не найден. Я думаю, найду в этом году. И следующий год уже будет намного прибыльней. Даже если, к примеру, ну, среднюю цену я просто узнавал, почем барыги сдают эту же самую душицу, 25 рублей пучок. Вот. То есть,
300 пучков, это уже не 5000, а 7,5. Уже намного интересней. А если вдвоем целый день, я и супруга моя, вот, будем делать, ну, хотя бы даже пусть 400 пучков по 25 рублей, ну, блин, извините меня, это 10 косарей в день. Осталось сбыт найти. На травах можно очень много зарабатывать. Вот. Ну ладно. Сейчас еще надо пижму найти, куда сплавить. Пижма зацвела, ее очень много. Если по 17 рублей, то, конечно, блин, что-то мне уже, блин, вчера поясница просто вообще к вечеру согнуться, разогнуться не мог. Целый день раком стоять. Ну ладно, больно много болтаю. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а я пошел это полено как-то закидывать. Оно 100 с лишним килограмм весит. А машина где-то в 20 метрах. Ладно. Затащим. Всем пока-пока.